всех нас пристыдить? Я не против. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал. Обеззараживание костюма. Состояние обуви критическое. Замените немедленно. Посылать заявки на улучшение построек. Если ты часто пользуешься какой-то из них, стоит задуматься. Сканирую. Счастливого пути. Обеззараживание костюма. Оружие разрешено.
Пока, сэр.
Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Это довольно необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Этот контейнер пропускает воздух, так что постарайся не погружать его в воду. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Сканирую. Счастливого пути.
требуются работы. Кстати, Сэм, в распределителях и других зданиях обычно есть материалы для изготовления снаряжения. Кроме того, они пригодятся и для построек. Но количество запасов всегда ограничено. Лимит можно узнать на терминалах. Я рад, что ты здесь. Ты всегда заботишься о нашем грузе. Спасибо за все. Отлично. Доступен новый заказ. Сэм, прочти описание.
Сэм, прежде чем браться за новые задачи, сдай груз. С возвращением, Сэм Бриджес. Всегда рад тебе. Спасибо за доставку. Сэм Бриджес снова совершает подвиг. Криптобиоты будут в норме. Благодарю. Счастливого пути. Тебе что-то изменилось. Но не могу понять, что именно. Но клянусь, я не придумываю. Сэм, я поражен. Ты объединил практически весь регион. Но чем дальше на запад, тем чаще тебе придется иметь дело с тварями. Мы всегда ищем новые, более долговременные решения. И мы знаем, что твоя кровь сильно действует на тварей. Я говорил тебе, что мама разрабатывает оружие на этой основе. Именно поэтому нам нужен способ производить кровь искусственно. Для этого нужны криптобиоты, но, может, ты и сам уже понял. Если все пойдет по плану, нам, возможно, удастся переломить ситуацию. Но сначала нужно включить портовый узел в UCA. Заказ от Тай Хартмана ждет в терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Сэм, мама сообщила мне, что создала оружие для борьбы с тварями. Сделанные ею прототипы в следующем грузе. Грузе, который нужно доставить в портовый узел. Портовый узел далеко от территории тварей, но оружие пригодится, если твари подойдут к городу. Кроме того, люди смогут защищаться во время вылазок за пределы города. Кроме того, в поставке есть различные препараты, а также образцы спермы и яйцеклеток. Эти образцы необходимы для сохранения генетического разнообразия, так как были переданы людьми, живущими вне крупных городов. Благодаря тому, что Хирали искажает время, мы сможем сохранить их так долго, как нужно. Когда груз будет обработан, подключи Кьюпит. После этого весь регион станет частью единой хиральной сети. После этого ты отправишься в озерный узел. Поэтому мы включили в груз припасы для его жителей. Конечно, чтобы попасть туда, тебе придется пересечь озеро. Подробности во втором заказе, который нужно будет взять. Это, несомненно, будет твой самый длинный маршрут. Не забудь взять все, что нужно. Пакет для переливания с кровью, взятый у тебя. Если выбрать его, он сделает переливание крови. Сэм, это наша первая попытка создать оружие для борьбы с тварями. Пришлось работать с тем, что есть, поэтому это фактически модифицированные гранаты. По крайней мере, так они должны действовать. Но мы никогда их не испытывали. Кто знает, может, тебе первому удастся убить тварь. Это будет что-то с чем-то. Но даже если они работают, помни, что их топливо — твоя кровь. Не увлекайся, иначе у тебя начнется анемия.
Заказ назначен. Поедешь через озеро. Поэтому сначала доставь все взятые грузы. Посмотри на карту и найди наилучший способ добраться до всех точек. Сотрудником Бриджеса, организации, в которой много экспертов в разных областях, и все они готовы помочь. Команда с тобой, сэр. Что нужно, спроси. Ясно? Хорошо. Okay.
Это невероятно! Первый раз в истории живой человек победил тварь. Ты вряд ли бы справился, если бы не был возвращенцем. Контакт с твоими жидкостями не только не приводит к выплеску пустоты, но примерно так же, как твою Ка отвергает берег, так и твоя кровь может изгонять твари из нашего мира и возвращать в их мир. Сэм, ты подарил нам надежду. Возможно, еще не все потеряно. Похоже, что у тебя там пустой контейнер, да? Отправляй подобный хлам в Бриджес. Может, тебе он не нужен, а вот нам очень. Ладно.
готово. Обнаружено оружие. Груз проверен. Спасибо. Спасибо, Сэм. Похоже, все в хорошем состоянии. Ну ладно. Спасибо за все. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше...
за ваш вклад.
Спасибо за этот груз. Мы благодарны за то, что ты проделал такой путь. Сэм, у меня кое-что для тебя есть. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость.
Выглядел мир сотни миллионов лет назад. Был один большой континент. А это... Знаешь что? Луна. Скоро я покажу тебе настоящую. Обещаю. Целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Хоть на Луну. Замокаем на пути.